Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре новая интересная парамелька от Ганза. Чем она интересна? Ну, конечно же, своей ценой. Тем более, сейчас идет на нее дополнительная скидка. Также мы попытаемся узнать, что здесь у нас в осевом, подшипники или шайбы, какие шайбы. Посмотрим, как она выглядит на фоне оригинальной парамилитари. И, конечно же, попытаемся узнать, на что способна 440C. Погнали! Итак, вот она красотка, и первое, что хочется отметить, это качество G10. Во-первых, очень красивый и цепкий. Больше ничего от него и не нужно. Обычная фурнитура под торксы, Axis Lock, клипсу можно установить под левшу и крупнейшее темлячное отверстие. Под G10 стальные лайнеры, две бонки плюс стопорная. С обратной стороны клипса. Клипса не совсем глубокой посадки, обычная бенчевская, но хорошая на жесткость. Смотрим, как нож садится на карман. Теперь самое интересное, давайте заглянем внутрь ножа и посмотрим, что у нас внутри. Во-первых, стальные лайнеры максимально фрезерованы, в итоге мы получаем небольшой вес 115 грамм. Во-вторых, смотрим на осевой узел и видим там две шайбы. Одна пластиковая, вторая медная. Да, шайба хорошая, толстая, хорошая была относительно механика. Но и хорошо она улетела в урну, я заменил ее на латунную. И что в итоге получилось? Во-первых, клин стал идеально по центру, а механика просто какой-то секс. Без люфта работает как на оригинальной парамилитаре. Без проблем выстреливает и под своим весом клиночек у нас падает и не до конца. Есть такой момент часиков. Стоило только лишь поменять шайбу. Почему изначально ставят второпластовую, я, повторюсь, не понимаю. Далее смотрим на способы открытия. Здесь мы видим вот такой хол. Почему-то спайдерка решила, что дырка это чисто их запатентовала. Но вот я даю им лайфхак. Есть еще патент свободный на темлячное отверстие, чтобы все остальные производители делали его овальным. Смешно, но, как говорится, такая действительность. Далее, забыл сказать лайфхак, как заменить шайбу, не разбирая нож. Потому что человек, опять же, в группе в отзыве писал, что ему пришлось раскручивать вот все винты. Да, действительно, чтобы снять аксис, добраться до осевого, нужно с обеих сторон каждую боночку разобрать. Смотрите, как это сделать легко. Я поменял шайбу в буквальном смысле слова за 7 минут. Откручиваете вот эти всего лишь 3 винта, снимаете G10, выбиваете осевой битой вот так, выкидываете шайбу, далее подсовываете клинок шайбой с нижней, битой центруете, вставляете осевой, не до конца вставляете потом сверху вторую шайбу, опять же ее вот так в отверстие битой отцентровываете и закручиваете. Вот в буквальном смысле 7 минут потратить и можно шайбу заменить. Ну, если вы новичок, пускай 10 минут, 15. В итоге вы получите классную механику, вам не будет давить хол в палец, и все будет у вас хорошо, надеюсь.
Далее рассмотрим клинок. Что мы видим? Во-первых, длина от начала рукояти до кончика 90 мм. В обухе не толстый, прям удивился я, где-то 2,9. Естественно, тонко спущен. Да, полноразмерный клин получился, но стоит учитывать, что, во-первых, есть вот здесь чойлы, есть дулька, все это скрадывает. Но есть бонус, конечно же, к удержанию. И этот нож больше. Больше оригинальной парамилитры. Есть кадр в нашем телеграм-канале. Можете оценить чуть-чуть по клинку больше оригинальной парамилитры. И он больше всех остальных ганзоидов. Сейчас вы можете сравнить его с Адиманти. Видите, да? То есть, да, есть щел, есть дулька. Но, в принципе, за счет более крупных размеров своих, адекватный клин, который к тому же тоньше. Вот 921 в сравнении. И 923 новинка тоже. Видите, да? То есть нож крупнее. И это отчасти способствует хорошему удержанию. То есть есть где разгуляться на рукояти. Она не маленькая. Вот средняя рука. Смотрите, есть даже запас небольшой. Для крупной руки, если еще там, так вообще тут много места. Есть насечки на обухе, да, они не такие мелкие, как хотелось бы, но, в принципе, останавливают большой палец, и можно выполнять какие-то деликатные работы, что-то построгать, поковыряться кончиком. И в целом ухватистая рукоять, плюс еще есть вот такая клипса. Но это все хорошо. Теперь тоже один из главных вопросов, и мы к нему переходим. Сталь 440C. На что она способна? Сейчас мы возьмем все необходимое и, конечно же, поедем к нашему оператору, к Сереге, и будем тестировать. Итак, что можно отметить в итоге, какие можно выделить яркие моменты. Первое, это G10, мне очень понравился по цвету и по своей текстуре. Далее, клипса обычная, механика супер, если мягко сказать, без люфта, падает под своим весом, но есть одно но, нужно поменять одну шайбу. С коробки идет одна медная, вторая второпластовая. Заменили одну шайбу на латунную либо на медную, что более редкий вариант, и получаете просто идеальнейшую механику. При этом я ничего не доводил внутри, то есть не полировал ни шайбы, ни осевой. Облегченные лайнеры, это тоже хороший плюс. Вес в итоге получился 115 грамм при адекватной длине клинка. По клинку сталь 440C, что от нее ждать? Да, лучше, конечно, если будет там стоять D2, да, как, например, на 923, 921, даже вот на 91, на Диманте, да, здесь сталь стоит лучше, D2, она тверже, она даже не такая
не так склонна к коррозии, как остальные D2 на тех же гринторнах и так далее, рыбах. Но и ножи несравнимы по цене. Если вот эти варианты сейчас стоят у официалов там 1400 гривен, там 1500, то вот этот нож около 800 гривен. 800 гривен, и получаете нормальный нож. Да, это будет не такая твердая сталь, но это и не пластилин. Иногда она затупится быстрее, иногда, если вы работаете продуктом, вы даже можете не ощутить того, что она мягче. Но в целом и есть плюсы, она еще более, менее коррозирует, меньше коррозирует и меньше морок с правкой. То есть вы взяли мусатик, быстренько поправили и нож готов к бою. В идеале, конечно же, нужно иметь нож на шайбах с D2, если мы говорим о Ганза, но вот решили сделать такие варианты: D2 с подшипниками, а если с шайбами, то только 447. Такой, увы, маркетинг, и здесь уже каждый сам должен определиться, какой ему нож больше всего подходит. Но в целом, чтобы ощутить вот этот форм-фактор парамилитари, я советую вот эту Ганзу. Она в любом случае лучше, чем реплики с AliExpress, которые в принципе в эту же цену. Но здесь вы уже получаете более легальный нож, да, здесь уже заморочились, убрали кружки, убрали всякие другие моменты, убрали вот этот compression lock, который, кстати, ничего особо не играет, если стоит нормальный аксис. У ножа отличная геометрия, все идеально. Подкидывайте шайбу, и нож просто летает. Вы получаете удовольствие. Да, вы будете чуть больше править, чем, допустим, подобные модели с D2, но вы и тратите меньше денег. Все ссылки в описании. Там же ссылка на наш телеграм-канал, где мы каждый день публикуем новинки. До новых встреч. Пока.